Потомки Ноя, LLC, корпорация с ограниченной ответственностью представляет. С огромной благодарностью и любовью к духовенству и людям Республики Грузии. Документальный фильм, посвященный триумфу православного христианства. Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых. Не пришло ли время Иофета? Кто этот древний народ, кто претендует на прямое наследство от Иофета? Чьи цари и прямые наследники царя Давида? Кого они молчаливо ждут? Кого они неустанно ожидают? Господь не обязательно будет ждать построения этого храма, когда он вернется. Сейчас мы не готовы к его приходу. Они неустанно подготавливаются по всей земле. Что это за страна, которая помнит начало времени? Золотая страна, которая помнит рай. И Ясона, и аргонавтов. Страна вина, которая помнит Ноя. Страна фармацевтики, которая помнит Медею. Как эта страна напоминала о едином, настоящем Боге, согласно древним евреям? И обращенная ко Христу через первого апостола Андрея, и потом через последнего апостола Матвея. Чьи останки захоронены здесь? Кевидреби.
Это страна всего первого и всего последнего. Там тавребс мере тавис ам пехнул мовацеробас да ис арзгеба эсэ тквтис инаше да эсэ ткват ану ай. Лично я думаю, что люди могут ждать долгое время второго пришествия Христова. Шейлеба кацобриоба дидихания давшот элодеба. Маграм ძალიან ბევრი ამასობაში წარს გავკეთდის ინაში რა. Და მნიშვნელოვანი არის არა ის, რომ დავუშვათ გინდა თუ არა მეორეთ მოსვლას ელოდებოდე სიტყვაზე. Арамед рагацнера дешენი. Когда мы умрём, мы все испытываем наш конец времени и встречу с Христом. Важно прожить каждый день, один день, как Господь хочет, чтобы мы прожили, чем сидеть в ожидании и предполагать, и спекулировать о втором пришествии. Мы с тобой мсахуросе, с тобой тра и чхоросе, с яром кайгоджеровым на и чхоросе. Да, мере шесть садусру и се и чхорос, рукот сай сатуновариста ушет, а ухти сатуизда. Какое важное сообщение они имеют для себя и для окружающего мира. Что это за страна, где и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут? Эс рари метки. Хода ахла чхара даймахсора эс амбавио, да чхара гамомихвана исеве. Да чвени гамосвлац арихо, ро меоре тутнави да эджаха да афетхта исахвет. Она сказала: Америка горит сверху. Потом она показала мне две башни. Я почувствовала, что я была в одной из комнат башни. Я помню, что я смотрела и видела другое горящее здание. Она сказала: тебе нужно идти и рассказать, что ты видела. Я верю и поверила Пресвятой Богородице. Но кто поверит мне? Страна, где даже деревья молятся. Заканчивается ли время? Чтобы защитить все святые места на горе от осквернения, Господь потопит гору под водой. Страна, о которой столько святых предсказаний. Предсказания еще пока не ведомы остальному миру. Болу периоды. Саболу периоды, а мы вопросы. Амит, мы уже получаем доказательство, что это событие сбудется. Тогда мы получим ответы на все наши вопросы. Сегодня многие вещи случаются, вещи, которые уже случились в прошлом. Но когда это событие случится, это будет несомненный знак. Кто эти люди, которые отказываются забыть их личность и сущность, данную им Богом? Они говорят, что они грешники, как и остальное человечество. Но за их неустанные труды и попытки ради Господа их история изрешетена и обогрена кровью столетий и столетий. Мученичество, неослабевающей борьбы в защиту вероисповедания. Они – малоизвестные верующие грузинской земли. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Иерусалима. Им принадлежит высочайший триумф православного христианства. Скоро на экранах будет представлен фильм компании «Потомки Ноя LLC» «Торжество православного христианства». Господь дал Его возлюбленному человечеству одно вероисповедание. Это и есть вероисповедание Вселенной. Готовься, мир!